Nice. Лол. Лол! Лол! Why? Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на нарезку с последнего уже стрима на Харите. Будет у нас еще итоговый видеоролик по самому герою, по тому, как на нем играть, что собирать и какие способности качать, какие эмблемы использовать. Ну а здесь нарезочка по первому видеоролику. Вы уже поняли, да, это такой мини-смешной видеороличек. Да, у нас будет парочку еще нарезок интересных. Давайте сразу же сходу. Первое. Пау! Чилстрим и Рафа. Рафа и Чилстрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Что сейчас будет? Рафаэль и Харит. Пара, два сапога. A few moments later. Хорош. Ну я хз. Таких каток простых не было. Скажите мне, что Рафа не имба. Просто в нулину. Рафа имба. Но у меня урона больше, чем у Москвы. Пуша меньше. Впитал, блин, больше всех в катке. Спасибо, ребят. Ну, здесь бы, конечно, без ангела, а прежде всего без хилоса ничего бы не получилось. Ангела немножко запоздала, но все же прилетела. Да, и в последнем стриме у нас тоже был маньяк. Ну, а сейчас просто самая лучшая катка всего челленджа. Мое ощущение, да, потому что это просто нужно увидеть. Пожалуйста, смотрите. Так, ну что, первое. Тут флаш со мной. Окей. Пальчики мои не совсем готовы, чтобы были. Пин какой-то неплохой. 27. До 30 даже не поднялся ни разу. Как минимум я этого не видел. Хорошо. Спасибо за помощь. Понятно, здесь Саберг стоит. Если бы у Сабера был третий, то это была бы Габелла просто сейчас. Хотя и так не очень мне. Можно забирать машинку и отваливаться. По всему видимому. Ну, это ошибочка, да, конечно, по Фрейдику получилось. Вроде как не хотел, но вроде как баф, да, красный. И вроде как обычно я их забираю, и неплохо. Но, честно, не хотел. Да, все, Габелла. Два бафа, и я умер. Наташа ничего не сможет сделать, я ей запорол катку. Я ей лучше минусну звук, блин. Бля, как эти саберы просто играют, серьезно? Бля. Это фейл, это просто фейл. Мало того, что ля, я крыса. Ой-ой-ой-ой-ой. Бля, эти саберы голимые. Я не знаю, они реально жесткие какие-то. Ну тоже, ты пиздишь на Наташу, чел на Франка.
Сам ничего сделать не можешь. Ну, бля, Наташа. Тринадцать хп. 13, мать твою, хп осталось только что у этого. У крипа. И да, он мне не достался после этого всего. Но это Габелла. Я, конечно, взял себе защитку физ. Но будет ли она меня сейчас спасать, я без понятия. Первый килл команда сделала. Ну, мне 10 стаков бы набрать. Хотя бы, чтобы как-то переживать этот урон. Потому что он будет просто огромным. Бля, он забирает черепаху. Да, у него там урона валом. Да всех у них урона валом. Просто просрался со стартом. Да, кто-то сделал идеальный старт, а кто-то сделал старт, как я. Все благодаря моим эмблемкам только. Сабер... Зелонг, которого я меньше всего, да, верил. Которому я совсем не доверял. И пик которого я считал самым-самым-самым здесь ненужным. Забрал сейчас Сабера, у которого почти 3000. Погибает Наташа. Ну, в принципе, забери я сейчас свой синий, блин, я бы мог подскочить туда. Наташа даже с базы выходить не хочет. Мид хелп, а мид есть. Тут существует мид какой-то, который может помочь. Здорово, почти. Ультани, просто ультани. Ох. Кто по нему стрелял, интересно? Так, ну сейчас там... Ага, тут уже пришел этот товарищ. Вышка, кстати, стоит здесь. Разница 3700. Но не сильно быстро они набирают здесь обороты. Ох ты, блин! Это, конечно, не очень получилось. Да! Хорошо, я допрыгнул. Засейвили. Хорошо. Даже киллинг спри, здорово. Не хватило защитки, ничего не хватило. Оуч. Ну что, тебя выпустить? Выходи, давай. Так, что у меня там зарядки? 72%. Давай, хорош. И что по золоту? 5200. Бля, ну набирают они, набирают потихоньку. Я Наташа испортил старт. Она сейчас забрала 2 бафа, да, но толку от этого. Она на последнем месте по фарму.
и умерла. Ауч. Айго, АФК. Наигрался. Ну, вот, вот такие игроки, типа, а чё? Ну, играйте дальше. Невозможно, блин. Да, иногда старт проигрывается. Иногда он выигрывается. Или что, мы играем только катки, которые мы со старта выигрываем, и все? А дальше играйте как хотите. Сейчас спокойно можно было делать килл. Ну, все, Наташа стоит на базе. Потому что незачем тут было ее брать вообще. Если ты не Хека, да? Они все там почти. Четверо вижу, пятеро вижу. Надо тавр забирать. Фаша отступила к базе. Едим его, отлично. Не собирался тебя убивать, но окей. Стрёмно. Давай, давай, давай. Огромнейших еще 6 кусков. Есть там у кого-то серия у Лесли, да? Вот ее бы грохнуть. Ксарик разница всего лишь. Да. Отстой, а не драка. Отстой, а не драка. Ульта. Хорошо, пойдет. Добейте его. Хорошо, отступай, отступай на базу. Просто беги на базу. Кто у них остался? Баданг? Ну, Баданг может. Но сейчас ему будет сложно. 5400. Все те же 5400. Окей, дефаемся. Ну что, вот Наташа это такая хреновая только из-за одного красного бафа. Я очень сомневаюсь. Ребят, стрим идет уже 20 минут. При этом на стриме 850 человек и только 194 лайка. Давайте хотя бы, чтобы каждый второй там, может, добрый человек поставил. Если мир делится на добрых и злых, то лайков от добрых, либо если только добрые люди ставят лайки, то их должно быть как минимум 400, да? Так, ну что, пробовать забрать синий? Смотрите-ка, и они уже так не лезут сейчас в наш лес. А, хотя они мертвые все были. Хорошо. Что по поводу хука? Отсутствует, да? Хорошо. Жалко, Зелонг мертвый. Это мы тратим способности, конечно.
Неплохо, неплохо. Помоги! Спасибо. Можно отпрыгну? Legendary. Ах! Это было красиво. Блин, ну это что-то на уровне Высоцкого. Это что-то на уровне Высоцкого и даже, может быть, и выше. Может, даже чуточку выше. Охренеть. Да это не в нарезку, это надо просто брать и выкладывать. Блин, ну это круто. Блин, ну это кайф, кайф. Это кайф. Да пофиг, сколько мы проигрывали, как бы. Вообще просто. Ля. Ля-ля-ля, просто. Ля, просто. Мне кажется, вот этот вот момент именно на лорде, да, когда я залетел, забрал лорда, причем случайно у меня не было смайта, я как-то... Я вообще не понял, как я его забрал. Сделал этого маньяка, да, остался один против пустоты, да, по сути, на некоторое время, и мог спокойно так махать просто в камеру и наслаждаться тем самым моментом, но это что-то крутое. Мы выиграли эту катку, это была первая катка дня, и казалось, что все, начну с поражения, все очень плохо. Впереди еще много нужно выигрывать было бы, а мы тут прям, опа, затащили катку, это плюс звездочка. И нет этой минусовой звезды, нет этой лестницы, которую я так не люблю. В общем, ребят, спасибо, что досмотрели последнюю нарезку на Харите до конца. Да, будет еще итоговый видеоролик, такой мини-гайд с последней каткой. Но спасибо, что досмотрели именно этот видеороличек до конца. Вчера я сказал, что первых 300 комментов лайкну. Это было сложно, но я лайкнул все 300. Давайте сегодня опять мы какое-нибудь кодовое слово придумаем, да. Бутылка X2. Давайте мы так. Кстати, у нас начинался вот эта вся движуха с кодовым словом со слова бутылка. Пускай здесь будет бутылка X2 на каждую бутылку X2. Ну или если это бутылка X2 в предложении. Я поставлю лайк канала. И пойму, что вы из той банды, которая досмотрела все до конца. Всем огромное спасибо, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!